Всем привет! Вы на канале Детский Патруль. И сегодня я хочу нарисовать не просто Кейна, а подружку для Кейна из мультфильма «Удивительный цифровой цирк». Мы, как всегда, начинаем с самого главного. Это наши красивые белоснежные зубы с очень красивыми розовыми здоровыми деснами. Так же, как и Кейну, я хочу нарисовать красивый смокинг, также с черным воротником и галстуком-бабочкой для его прекрасной дамы, так как я хочу подчеркнуть их индивидуальный похожий характер. Я считаю, красивая формистая девушка больше всего подходит для Кейна, хотя сам он немножко худоват. Тут самая удивительная и примечательная черта в том, что глаза у них всегда разного цвета. Эта болезнь называется гетерохромия, когда цвет глаз у нас разный. Очень интересно, что сам Кейн является искусственным интеллектом. И его подруга, скорее всего, тоже девушка искусственный интеллект, только более умная, находчивая и хитрая, так как она в мультике хочет украсть у него его жезл, благодаря которому он умеет колдовать. Да и вообще может создать все, что угодно в этом удивительном цифровом цирке. Итак, наша прекрасная подруга уже практически готова. Чтобы сделать ее более 3D-шной, зададим ей тени, мягкие переходы и сделаем акцент именно на тенях, чтобы придать ей более натуральный вид. Теперь мы начнем с Кейна. И тоже так же будем ему рисовать большие красивые белоснежные зубы. Ему мы также нарисуем влюбленные прекрасные глаза, которыми он любуется на свою прекрасную возлюбленную. Его внешний вид также продолжает бабочка и красивый смокинг с красивыми пуговками и белой рубашкой под ним. Удивительно, что искусственный интеллект вообще не может иметь никаких чувств. Но здесь у него явно проявлено чувство любви к его прекрасной даме. Интересно, искусственный интеллект может любить точно так же, как человек, или по-другому? Я думаю, что каждому нужна его половинка. Раз Кейн – это белоснежные зубы, то и его прекрасная дама, которая также на него похожа, будет его второй половинкой, и, конечно же, он сразу к ней пропитается чувствами. А также мне всегда было удивительно, как они разговаривают, если нет языка. Но, впрочем, это уже остается на фантазии создателей этого мультика. Мы же с вами практически дорисовали Кейна, и только осталась эта трость. Сейчас добавим блеска, чтобы все казалось уже законченным. Ставьте лайки и пишите комментарии, понравился ли вам такой образ.